Дорогие друзья, дорогие одесситы, я приглашаю вас присоединиться к международной молитве против антисемитизма и нацизма. Я приглашаю вас присоединиться к молитве для того, чтобы противостоять тому духу антихриста, который сегодня распространяется в мире. Мы должны быть едины. Едины против этого духа, который ищет смерти. И независимо, на каком языке он разговаривает, он сегодня действует во всем мире. И это видно по новостям. Присоединитесь к нам к молитве. 19 марта, 18:00 на улице Решалевская, 9А. Мы не просто будем молиться здесь, в этом зале. Мы присоединяемся к международному движению против антисемитизма и нацизма. Друзья, времени мало. Будьте с нами, молитесь с нами, стойте вместе с нами за народ Израиля, за нас, за наше будущее.